Так, ну что, друзья, добрый вечер всем. Как поживаете, дорогие мои? Чего интересного? Круто быть успешным стримером. Ну, если бы я знал, я бы тебе, конечно, ответил. Ну, хотя нет, я и не знаю, могу ответить, что да, круто быть успешным стримером. Нормальная история с Эд Фрост, да? Cool story, Bob. Cool story, Bob, просто. 1:00 ночи, доброе утро. Ну, Говард сам виноват. Сам виноват, нечего жить в неправильном месте. Зачем живешь в неправильном месте? Мог жить в Москве в правильном, и все было бы отлично у тебя. Был сейчас у тебя 6:30 вечера. Четыре-пять часов провел на одном экране, впервые встречаешься с бешеным волком. Каким бешеным волком? Погоди, это ты имеешь в виду первый мир, что ли, прехисторик? И там вот этот вот враг-то из прехисторика? Типа на тасманского дьявола похож который? 4-5 часов? О, тогда тебя впереди ждет много увлекательного, если ты 4-5 часов сидишь на первом экране. Будешь следить за Е3? Ну, следить-то прям вряд ли. Так, новости будем почитывать, наверное. Чего бы нет-то. Пым-пым-пым. Цыпь на спине вылезла, наверное, сдохнешь? Да, цыпь-то, наверное, не сдохнешь. К врачу сходи. Чего я тебе могу сказать? Главное только... Я тебе знаешь, что могу сказать? Главное только не спрашивай этот... диагноз у экспертов в чате. Вот. Вот это первое правило. Неплохо, Second Fair. Неплохо. Неплохо. А не рановато ли для экзаменов-то? В середине мая. Пики перепрыгнуть, которые дальше по стрелкам, где надо их перепрыгивать. А, так, еще раз. Пики по стрелкам, где надо их перепрыгивать. Что, прости? Веселый месяц? Нет, это будет не месяц, дружище. Такими темпами это у тебя будет месяца три, наверное. Главное стремление и вера в себя. Если выпускной курс, то в середине мая? Ничего не знаю. Я на 5-м курсе, когда учился, у нас экзамены были... У нас не было экзаменов, у нас были ГОСы.
Я не помню, когда они были, кстати, вообще не помню. После первого чемпионата перерыв на РГГ или как пойдет, тогда надо бы. Ну просто что-то я так сегодня, мне так не хотелось долбиться в зад. Ну так не хотелось сегодня долбиться в зад. Может завтра захочется, черт его знает. Может захочется завтра или послезавтра. Но сегодня так не хотелось прямо. А в Uncharted и так хочется прям поиграть. Я так уже давно хотел их пройти. Просто так давно. Нет, первый Uncharted я не проходил. На PS3 я проходил вторую часть. Да, видел. Да, видел. Версия на PS4, да. Купил на PS4. С бронхитом дома кашляю так, что вот-вот легкие прыгнут. С работы звонят, просят скорее выйти, ибо все летит в пропасть. Здоровье на первом месте. Так что шли их на сам знаешь куда. И здоровочка тебе пожелаем, конечно, да. Оказум. Все, серию чарты буду проходить? Да. Да. Ну, не за раз, естественно, так, потихонечку. Пройдем первую, сделаем перерывчик. Я думаю, что первую-то я быстро пройду. Ну, что там? Ну, я думаю, ну, два стрима жирных, наверное, да? Ну, или три средних. Watch Dogs не играл. Watch Dogs я так и не играл. За Инет вчера заплатил, да. Два стрима по 6-7 часов? Да, мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Я вот не помню, сколько я вторую часть прошел, но помню, что достаточно быстро. И помню, что впечатление она у меня оставила максимально просто положительное. Потому что было ощущение не то, что ты играешь такую экшеновую крутую игру, а в то, что как бы ты как будто кинцо такое смотришь такое прямо, и в котором ты прямо вот принимаешь прямое участие. Было супер круто вообще. Мне прям безумно понравилась вторая часть. Как какой-то фильм про Индиану Джонса. Только как будто ты сам Индиана Джонс. Так же и должно быть от игр-то, правильно? Такие ощущения. Приятного аппетита, да? Я не ем, я кофе пью. Я, наверное, сегодня-то уже есть-то не буду, пожалуй. Потому что у меня есть-то нечего. В холодильник шаром покати, а готовить что-то неохота. Заказывать тоже ничего неохота. Поэтому стрим достримлю. Йогурта попью. Конфетку съем и пойду на боковую. Завтра наваждение опять. Да, два дня подряд. Между прочим, кстати говоря, сегодня выезжал впервые в город. Да, такие дела. Сегодня катался наконец-то по городу. Дожил до этого момента славного. Такие вот дела. Совсем большой становлюсь уже. Здоровенный даже, я бы сказал. Русская озвучка будет, да? Я не вижу способов поставить здесь английскую озвучку. С газиком, конечно, с газиком. Конечно. Нет, не заглох. Вообще ни разу. Ты сейчас английский прошел? Не, ну если там поставить английский язык, то, возможно, будет английская озвучка, но при этом сабы тоже будет английский. Как бы, все-таки тут у нас очень много сморков, я знаю. Вот, и поэтому лучше. Пусть будет лучше на русском, ладно, бог с ним. Способ песни в настройках? Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим. Если есть, то поставим английскую, так и быть, почему бы и нет. Я только за. Марафон Uncharted, ну, это будет такой же марафон, как марафон Мафии, марафон Dead Space'ов. Неспешный такой. Tomb Raider 2013, офигенный, офигенный. Я прошел на одном дыхании, потом на стриме еще проходил. Вот, хотел пройти нового, но так и не дошел до него. Глох на Логане? Нет, ну, в смысле, нет. Ну, на площадке ты простительно заглохнешь, скажем так, когда только на одном сцеплении ты катаешься. А когда ты по городу ты ездишь, там ты сцепление ты не трогаешь почти, только там, чтобы тронуться и скорость переключить. Ну, и затормозить полностью, остановиться. Вот. Там-то что глохнуть? Ну да, такие интересные, конечно, ощущения, должен я сказать, прям. Как я понял, для меня самое проблемное это научиться чувствовать бордюр справа и дышать. Потому что я как трогаюсь, я так... И прям так не дыша и еду. Не очень прикольно, знаете. Инструктор говорит, ну ты расслабься, руки-то расслабь, что ты в руль-то вцепился? Я говорю, да я не вцепился, я спокойно держу. Он говорит, все, понял, молчу.
А потом я, понимаешь, в бордюр начинаю ехать, он такой, да куда что, типа, ёпти. Начинает меня руль такой, типа, поправлять, а он вообще не двигается, я просто намертво в него вцепился, оказывается. А мне кажется, что, типа, я его вообще спокойно держу. Да, вот такая смехотура. Ну и ненависть, конечно, всех водил, которые сзади меня едут. Особенно, когда, знаете, там, типа, вся правая, это, вся правая сторона дороги в машинах запаркованных, да, и только вот остается вторая полоса. И ты такой по ней едешь 20 км в час, а за тобой машина такая стоит, едет и не может ничего сделать, не может тебя объехать из-за сплошной, из-за какой-нибудь. И ты так смотришь в зеркало и прям видишь, прям чувствуешь этот взгляд переполненный ненависти, прям направленный в твою сторону. Я говорю, инструктор, такой, блин, я прямо чувствую, как он меня ненавидит. Инструктор такой посмотрел, такой, руки развел, такой, ну, не повезло ему сегодня, что поделать. Не повезло, говорит. Да нечего, капитошка, стрематься. Все нормально. 20... Ну а сколько ты хочешь? Ты, естественно, 20 километров. Ты на второй передачке так не спеши, не спеши. Куда гнать-то? На тот свет, что ли, опаздываем? Правильно? Давно он чарта планировался, но он не планировался. Это внезапное решение было. Первый прохождение серии Uncharted. Ну, я не играл в первую. Я играл только во вторую часть. Все, в остальные не играл. Вот первую я не играл. А, ну еще под конец было забавно, когда, короче, заезжали на... Уже на свою парковку там, да, через шлагбаум проезжаем. И, короче, я прям не спеша так на первый там вроде, или, я не, ну не знаю на какой, там не суть, короче, там километров 10, наверное, еду. Медленно-медленно так. Медленно-медленно так. Еду. И перед шлагбаумом, короче, идет какая-то тупая тёлка. Знаете, такой супер мелкая, знаете, я не знаю, как эта порода называется, супер мелкая собака, знаете, такая пучеглазая прям, знаете, как будто вот типа ей насос ставили так и подкачивали, что у нее так глаза так подвылезли, знаете? Такая прям супер-супер мелкая. Вот. И, короче, эта собака прямо под колеса. Я такой, ебать! Инструктор такой, бам, по тормозам там. Прям так, раз, прям перед тёлкой прям становится, она такая, ой, говорит, песик мой, ой, песик, песик-то, главное, не дурак, песик-то сразу в сторону скачил, а баба просто тупо жопой поворачивается к машине такая, и пёс, за песиком нагибается. Дальше едем, инструктор такой, говорит, еще высовывается такой в окно, такой, наверное, смотрит, такой, говорит, да, говорит, да. Проезжаем, и он начинает такой, вот, говорит, блядь, дура, говорит, песик-то еще, ладно, песик-то умный, говорит, в сторону скачил, а этот-то дура, просто жопой к машине, говорит, ладно, говорит, ты за рулем сидел, если бы я за рулем сидел, я бы ее в жопу-то тюкнул бы чуть-чуть, слегонца-то специально. А я еду и просто роплю вообще в голод с него. Крысообразная, ну, типа того, да, типа того. А, ну еще рофил был, когда в самом начале, что только в машине сидим, он мне рассказывает, как нужно по городу там чего, как надо ездить там, да? Ну так, типа, самые основы такие, типа, для осморков, вот. Рассказывает мне, как нужно лежачих полицейских проезжать, что, типа, нужно там перед ним подтормозить, но когда на сам полицейский, типа, вот наезжаешь, тормоз надо отпустить. Вот. И объясняет мне, почему, вот, почему. Вот смотри, вот, типа, когда ты тормозишь, у тебя же тело так вперед все наклоняется же, правильно? Я говорю, ну да, естественно. Он говорит, а почему? Говорит, ты знаешь, почему? Я, ну типа, инерция. Он такой говорит, ого, говорит, ты какие слова знаешь. Нихуя себе, да, тут до тебя-то таких умных-то и не было. Да, да. И прям такой зауважал. Да-да-да, вот эта собака, как на картинке, да. Ну, он постоянно мне какие-нибудь такие истории травит, как у него какие-то там сморки приходят к нему заниматься, и он их, типа, тралит как-нибудь по-жесткому там. По каким-то там историческим вопросам там, типа, тралит. Я вообще не знаю, сколько эти истории достоверны, но, в принципе, причин не верить инструктору у меня нету.
Инструктор просто нереально топовый мужик вообще. Просто такой топовый. Очень повезло. Да я видел, Сет Фрост, эту историю. Видел, да. Ну, у тебя какой-то, видимо, васянский инструктор. Мой-то мне... Пока выше 20-то не дает разогнаться. Говорит, не гони. Куда ты, блядь, гонишь-то? Не гони. Сейчас играем, конечно. Но не подряд, а так, потихонечку. Вот такие вот, собственно говоря, дела. Завтра будем еще кататься. «21, начинай сначала». Да. DLC, ты четвертый, чувак, четвертый, дай бог в этом году бы успеть. Ну, это понятно, Константин, да. Это понятно. Сдавал таких сморков, да. Помню, когда на начальных курсах еще занимался. Учился, вернее, да, там. Не помню, что, ну, там, типа, первый, второй, что-то такое. И ко мне там какая-то мамина подруга, подруги, что ли, отправила своего сына с морка, короче, чтобы я его, ну, чуть-чуть в математике, ну, типа, как этот... Математика школьного уровня, так скажем, которая, знаете, в технарях там на первых курсах, короче, проходится. Вот. Чтобы я там ему хоть чуть-чуть его поднатаскал, потому что, ну, совсем тупой. Я уже думаю, ну, насколько это может быть плохо, да? Ну, ладно, мне это не жалко, еще занимаюсь. Приходит этот сморк, и это просто жесть, чуваки. Типа, понимаете, то есть человек не знает, что будет число умножить на 0. Там, что нельзя на 0 делить, что будет число на 1 умножить. Там. То есть вот такие вот вещи, я такой сижу, думаю, ёб твою мать, да в смысле, да как, почему ты не знаешь-то? Он говорит, калькулятор надо. Я говорю, ну в смысле, ну типа, ну 10 на 0 умножить, сколько будет? Я не знаю, калькулятор надо. Ну в смысле, блин, ну как, почему? Почему? Это же ужас просто. Просто ужас. Потом, когда второй раз пришел, блок сигарет мне подогнал. Вот так вот. Я вообще ничего это самое ему такого не говорил. Я ему говорил ровно то, что сделал бы сам. Проходил бы викторину без чата, без подсказок, вообще без подсказок. Потому что в этом весь смысл, в конце концов. Это раз. А два, я бы такую игру сразу бы реролил, потому что, камон. Я вообще на него не наезжал нисколько. Я ему объяснял просто доступно, спокойно объяснял, что типа это, говорю, я вот лично считаю такое нелегитимным прохождением. Ну типа что, это первый раз что ли такое? В итоге меня хуями просто обложили и все, заебись. Просто классно. И лысый сам, и этот его там, подсосы его. Да гид бы такое сразу засчитал бы себе за пройд. Я такой думаю, нихуя себе, откуда хоть у вас такое мнение-то вообще? Я всегда в играх хардтраю как могу, типа, всегда сложность максимальную выбираю, когда есть возможность там. Фрогера этого сраного дрочил 15 уровней, чтобы прям вот уж 100% быть уверенным. Гид бы такое сразу засчитал, ну конечно, да, конечно. И я еще токсик, ну естественно. Плюс игру накинули. Ну, до этого минус игра была, так что как-то насрать абсолютно. Плюс на минус, знаете, дает. Дает, ничего не дает. Привет, Алин Рин-Рин. Ого! Ну-ка, подождите. Привет, Алина Рин-Рин. Ого! Так-то лучше. Спасибо, Алина, за 7 месяцев уже целых. Спасибо большое. Рад, что, блин, 7 месяцев, охренеть. Ничего себе, как время-то летит.
На кое-что тоже придется проходить игру. А, сейчас посмотрим. Я особо не вникал. Да, Зедов, и не говори. Так, ладно, давайте пока запускаться. Давайте пока запускаться будем. Так, это у нас сюда. Ой, даже все работает, да? Прекрасно. Так. Я, наверное, не понял, в смысле. А, понял. Я вас понял. Сосноль выключилась. Я, наверное, подключу себе звук-то напрямую. Ядрить. Громко вроде, да? Или нормально? Гитару еще нет, пока не выбирал. Займусь скоро. На PS4, конечно. Тут же коллекшн вышло. Вот так, мне кажется, вам будет нормально. Где тут моя дырочка? Вот она. Иди сюда. Ад, хорошо. Так, не безобразничай. Монитор. Блин, опять что это говно началось с карты захвата? Блин, у меня ж такое ведь бывало уже, да? Так, ну здесь работает. Сейчас, погодите. Во. Все, нет проблемы. Все хорошо. Так, кто мне там еще говорил про этот? Про настройки. Про язык мне говорили, что можно английскую озвучку поставить. А, слушайте, правда можно, да? Ну что, поставим английскую, да? Читать-то, я думаю, все умеют. Не, польскую ставить не будем. А русская тоже неплохая. Я наигрался что-то уже с русской. Мафия была с русской. Хотя Dead Space был не с русской, да? Да не, хочу на английской поиграть. Так, у нас, значит, что здесь имеется? Смотрите, вот есть компания, и вот сложности, смотрите, и непонятно, соответственно. Есть исследователь. А, вот, для тех, кто просто хочет посмотреть игру. Нет. Ну, пиши! Как я пойму-то? Да ладно, на максимальном, господи. Камон. Перезаписывай. Суперковая стрельба? Нормально. У всякого великого деяния есть начало, но лишь пройдя путь до конца, можно обрести истинную славу. Сэр Фрэнсис Дрейк, 1587 год.
off the coast of Panama, where we just recovered what we believe to be the coffin of legendary explorer Sir Francis Drake, who was buried at sea over 400 years ago. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. Besides, I thought you didn't believe me. Well, I did do my research, and apparently Francis Drake didn't have any children. Well, history can't be wrong, you know. For example, you can't defile an empty coffin. What the hell? Вот так-то? You devil. What is it? Come on, hold it up. No way. Deal was for a coffin. That's it. Wait a minute. If my show hadn't have funded this expedition, hey, you wouldn't have... You got your story, lady. Look, Mr. Drake, you signed a contract. А, то есть они еще не в близких отношениях. Я понял. Hold that thought. Sully? Блин, реально на Велогеймс похож. Hurry it up. Okay. What's going on? Игра тихо. Pirates. Pirates? Yeah, the modern kind. They don't take prisoners. At least not male prisoners. Wait, what are you talking about? Shouldn't we call the authorities or something? Yeah, that'd be a great idea, but... Громче? Exactly. Давайте сделаем погромче. What? Yeah, so unless you want to end up in a Panamanian jail, we should probably handle this ourselves. But what's worse? You obviously haven't been in a Panamanian jail. Do you know how to use one of these? Yeah, it's like a camera. Point and shoot, right? Good girl. Смайлик блондинки в чат быстро, чуваки. Так, а мне же объяснят управление-то, я надеюсь. Прицелись, нажмите L2. Так, чтобы выстрелить, нажмите R2. Так, я понял. Чтобы убить за объектом, так, понял. Ну, а вы говорите, стрельба сложная. Нормально. На абордаж идут! Быстро теперь прыгнем, нажмите на квадратик, я понял. Какие-то глупые пираты-то, кстати, я бы сказал. Тихо-тихо. Да сколько же у вас там? Ай, тихо! Да не перекатывайся! Отцепись! А как поменять-то? Как поменять? Чуваки, плечо как поменять? Стик зажать, все, спасибо. Чуваки, что делать-то? Давай, Салли, давай, неси. Ну! А что он сделал? Спасибо, Джамай, за 45! Моя камера! Okay.
can't leave you alone for a minute, can I? I had everything under control until they blew up the boat. You all right? Nothing that years of therapy won't fix. Well, if it isn't the beautiful and talented Elena Fisher. Flattery will get you screen time. Yeah, I'm more of a behind-the-scenes kind of guy. Блин, ща бы сигару, а? Стоп, а усы... У него усы были или нет? Подождите, я проглядел. Саль, повернись. Усы. Усов нету еще. Дайте порулить самолетом. А, усики. Все, понял. Little present from Sir Francis. Oh, so you found the coffin. Wait a minute, is this what I think it is? Drake's lost diary. He faked his death, just like I said, Sully. He must have been onto something big. Yeah, well, let's just keep that between us. Thanks for the loan, Mr. Drake. I think I've earned a look at that diary when we land. So look, when Drake sailed into the Pacific, he took the Spanish fleet completely by surprise. He captured their ships, he took all their maps, their letters, their journals, and he recorded everything in this diary. But when he got back to England, Queen Elizabeth confiscated all of his charts and logbooks, including this one, and then swore his entire crew to silence. Yeah, so this... You see, Drake discovered something on that voyage, Sully. Something so secret and so valuable, they couldn't risk it getting out. All right, Nate, just pretend for a minute that I don't really care about any of that stuff and cut to the chase, would you? Man only interested in the climax. You must be a real hit with the ladies. Never had any complaints. Okay, then. I'll jump to the good part, just for you. Huh? El goddamn Dorado. He was onto something big, all right. Does it say anything else? Oh, so now you're interested, huh? Yeah. Well, unfortunately, no. Давайте быстрее шуточки про Эльдорадо. This page was torn out. Типа что телек по скидке пойдем покупать. This is it. This is finally it. Yeah. Only we got one little problem. Yes, that's what I said. It blew up. It sank. No, that's why we have insurance, right? Oh. Oh no, the camera? No, the camera's fine. Don't worry about the camera. No. Still as good as new. Sully, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her, we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate, do you trust me? More or less. Good. Because we're going to have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure unless we cut her loose right now. You're a real gentleman, Sully. I know. It stinks. She'll get over it. No, I don't care if we're over budget. I mean, do you realize that this could be, like, the biggest story of the year? Hi. No, I don't trust him, okay? That's why we need to move fast. So just get me the camera crew, and I promise you that... Bitch. Should have seen that one coming. Ugh. Ну и правильно, женщины ей нужны. В поисках Эльдорадо. Oh, hold on. Hold on, kid. I'm not as young as I used to be. Yeah, you weren't too old for that little barmaid in Lima, were you? Well, that was different. Although I must admit, equally as strenuous. Well, hang in there, old timer. We're just about... Почему он шагом не идет за мной? This reminds me. I ever tell you about the time I pawned a phony 16th century Santo off on Pablo Escobar? risky move, but by the time he figured it out, I was... Nate, are you even listening to me? Hanging on every word. Чего ты застрял-то там? Пойдем. Ты только так умеешь, да? Я понял. Блин, чуваки, скажите, пожалуйста, что в этой игре нет секреток. Я не помню, честно, просто были ли они во второй части. Скажите, что здесь нет никаких секреток, а? Пожалуйста.
Блять, есть. Уже прямо сейчас есть. Уже две прошел? Да в смысле? Ага, понял. Из 60 серебряная мозаичная серьга инков. Ну да, почему бы нет, просто так валяется и все. Почему бы и нет, действительно. Каждый раз так, когда вот в лес хожу, все время нахожу какие-нибудь серьги инков там какие-нибудь, шаманские амулеты и прочее. Как я раньше играл, только второй проходил. А есть какой-нибудь радар, который мне покажет, типа, нет? Как я должен их искать вообще? На Ютубе смотреть? Нет, до такого я не опущусь. Ну и Википедии тоже смотреть не будем. Ну ладно, если это просто коллекты было, тогда пофигу. В конце концов, нас целый город из золота ждет. Салли, спокойно, сейчас я приду. Так, ты как-то очень быстро умеешь бегать, нет? Не, не похоже. Что, даже в водопаде ничего нету, серьезно? Очень странно, ну ладно. Ты really think Francis Drake came all the way up here, huh? We're an awful long way from England. Чумазенький какой, да? Well, I don't get it. According to this, we're right on top of the mark. Maybe you're not reading that thing right. Let me see it. No, this is the place. There's nothing here, Nate. Another goddamn dead end. Easy, Sully. Just relax. Let's take a look around. И опять она вырубается, сволочь. И врубается. Ладно. Oh, man. This is like trying to find a bride in a brothel. Вот нашли же. Ну, камон. Hell no. This is more like it. Ну все. Ты переживал. What do you think this is, Incan? Nah, it's older than that. Like 2000 years older. Huh. Голоса алмаз прям, да, так сразу возраста руин определить. Блин, как-то без линии, которая указывает, куда тебе идти, уже непривычно играть. Так, я что-то, видимо, не так сделал, да? На запах ощутил, ну да. Ну где мои сокровища-то все? What
careful up there. Дед Спейчанка, да. There's something funny about the ground down there. Сейчас провалится. Нет, Салли, не надо! Ну ты же видишь, что это деревяшки! Ага, понял, все. Да кого он скинуть, видишь? Видно же. Ладно, я понял. Это Роулайтч. Здорово. Здорово. Блин, ну хоть одно сокровище еще, ну хоть одно. Ну что-то же должно здесь быть. Нет? Ничего нету. Ну и ладно. Что это, конечно, Uncharted? Просто очень не хотелось долбиться в зад в регби сегодня, понимаешь? Вот совсем сегодня было настроение не для этого. Шорткат, типа камень упал? Да? А-а-а. Ну, я легких путей же не ищу, вы же знаете. Легкие пути для пуси и для бровяна. Спуститься на выступ снизу, нажмите. Ага, нажал. Так, ну это тоже легко. Арлайдыч, для тебя ничего не жалко, мой здоровенный друг, вообще ничего. Включай. Где фонарики-то? Ага, а у меня типа... А, нет, у меня есть фонарик, все нормально. What a warm and homey place, eh? Well, not quite what you were expecting, huh? Yeah. Where's all the damn gold? Yeah, this place was picked clean centuries ago. No good limey pirate. No, it wasn't Drake. Check this out. Looks like the Spanish got here before he did. Проклятые испанцы. С этими усиками. Hell, Sully? Nate, I'm not looking for a lousy piece of tin. I'm up to my eyeballs in debt. I was really counting on this one. Too many big bar tabs in Lima, I guess. That and, well, just a few bad deals. Yeah, well, I always told you to stay away from the bad guys. And the bad girls. Yeah? Look who's talking. Намотать на уст, What's that supposed to mean? That reporter? I saw the way you were eyeing her. Elena? Please. I snuffed any chance with her the second we ditched her on that dock. All's fair in love and war, kid. And what if you can't tell the difference? Then, my friend, you are in big trouble. Those Spaniards sure left a lot of crap behind. Если нету усов и не растут, ну... Тогда тебе не надо бриться. Вопрос-то в чем, я просто не очень понял. Вот это явно неспроста.
Careful, Nate. That's quite a drop. You're not kidding. We gotta find a way across. Прицелиться, нажмите L2, чтобы выстрелить, нажмите R2. Ага, понял. Смотри, я мост сделал. Так, а как пистолет убрать теперь? Ага. Ага, понял. Еще надо. Даже под ним не провалится? Так, ну это тоже все понятно. Тяни. Давай, Салли, пролезай быстрее. Here, let me do that. Ну, на, делай. Ну, я пошел, да? I'll hold it open. See if you can jam it from the other side. Ага. А вот, тележка. All right, let go. This ought to hold it. Hurry, Sully. Ну, обратно как-нибудь да вылезем, да? Обратно как-нибудь да вылезем. You know, this looks familiar. I think there's something in Drake's journal about this. И сейчас надо будет дневники читать, да? Нет? Я помню, во вторую часть надо было постоянно дневник читать. Да, точно. Yeah, here it is. Looks like this thing is some kind of lamp or brazier. See if you can light it. So, after all your bitching about the cigar, now it comes in handy, huh? Ну? Давай, Салли, ну. Что ты смотришь? Зажигай! Технологии. We gotta figure a way to clear this debris. Пойди-ка взорвать, что еще тут думать. This wood's pretty dry. I bet we could burn it. Nice. Ну все как в жизни, так и сгорает, правильно? Мысли! А ч... Ну ладно. Первая кровь. Так, только через одну, значит, да, прыгаем? А теперь куда? Что, на лиану, типа, или что? Ага. Давай, Салли, ты следующий. Так, ну бочки явно неспроста. Все, Салли, я сделал. Блин, там лестница была.
Ну, давай. Салли, ты знаешь, что делать? Классно. Сейчас еще какие-нибудь копья из стены полезут, не? Так, а вы кто такие? Музычка балдежная прям. Это что за звук был? Of this. Wait, I recognize these symbols. Ну-ка. The order of these signs has some importance. Так, я понял. Так, нет, это второй. Это последний. Так, вон первая. Как? Вот как это древние индейцы построили? Или кто там? Так, нет, это последний. Это второй. Да? Да. На 3D принтере. Ну или магия, кстати, да, почему бы и нет. Первую часть ты не осилила, что ж так ловится. Пирамиды в Египте. Но мне кажется, в пирамидах в Египте... Знаешь, я смотрел устройство пирамиды в Египте, знаешь, это просто здоровенная куча камней, в которой вот прокопан такой тоннель вниз. Все. Больше там ничего нету. Вот такого, как здесь, там нету. Ну чё, Салли, ныряем? Pretty deep. Yeah, looks like there's a ladder cut into the side. Wait here while I check it out. All right, just be careful. А можно я рыбкой нырну? Да, я думаю, что можно. Давайте. Ласточкой сейчас. Прям. Там же вода была? Ну, ладно. Наверное, да, наверное, не стоит. Ладно, я понял. Hey, watch your step down there. Да тут что-то придумали, похоже, да? Черепа какие-то. Видимо, что-то случилось. Да. Видимо, что-то случилось. Okay. Getting somewhere. Так, а обратно тебя можно толкать? Нельзя. Мы типа воды долили или что? Видимо, долили воды, да?
Да слезай! Так, и нырять как? Ну, наверное, скажут, когда надо будет, да? Все. И больше он Салли никогда не видел. I'm really wet. Вот уж неожиданно, да? О, ну наконец-то. Серебряная лама, серебряная мозаичная серьга инков. Вот так-то. Даже анус есть. Вот на вот эту фигню? Ага, я понял. I made it! I'm on the other side! Can you get this open? Я не уверен. Зависит от того, куда я должен сейчас спрыгнуть. Ага, все. Все, открыл, проверяй. Nice one. Так, давай. I've got this one. Так, а как проходить будем? А, вот так вот, понял, все. This looks safe. Вот раньше строили, да? Хуёво строили, как и сейчас! Ясно. Блайттаун, да, точно. I made it! I'm okay. Нормально, да? Весело тебе, Салли, да? Балдеж какой, да? Now it looks like we're getting somewhere. After that, we better be. Ну, черный ход, похоже, нашли. Oh, man. The temple must have been built around this. Around what? A statue. Gold statue. A huge gold statue. And look here, these people, they're worshiping the damn thing. At least, I think they're people. Of course. El Dorado, the golden man. Sully, it wasn't a city of gold. It was this. It was a golden idol. Man, can you imagine what that thing would be worth now? Look over here, tracks. I bet the Spanish dragged it out on cut logs. We're 400 years late for this party. So the trail's cold. Yeah, it looks that way. Son of a bitch. Unless... Unless what? We follow the tracks. Сокровищ? Нет? Сокровищ. Золотая чаша инков. Поняли, да?
дорочила крупами. Stop here. Yeah, it looks like the back wall of the temple was blown out. Yeah. Spaniards must have made themselves a shortcut to get the treasure out. Swell. Now what? А, то есть нет ответа, да? Это риторический вопрос был, я понял. Это был риторический вопрос. Sully, do you hear that? Now there's something you don't see every day. My God. Чё? Древняя инская подводная лодка? Ну? Ну-ка, чуваки, давайте. Блесните умом. Что нужно делать первым делом, когда на подводную лодку залезаешь? I'll be damned. Must have come up the river during flood season. Нацистов чекать, конечно. Let's check it out, huh? No, wait, wait, wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky? You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait, 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 wait. Hold on to this for me, will you? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Team Simple, добро пожаловать, дружище. В варанье царство. Только тебя одного и ждали, дружище. Да. Располагайся. Мое уважение, конечно же. Не сюда, вот сюда. Так в смысле, а куда? Что ты хочешь-то? Куда ты пытаешься залезть? Объясни мне. Ага. Там сокровища будут, смотрите. Скриньте. Понял. Дорог брал хот-дог. Не за что. Не за что. Для вас и стараюсь. Чтобы вам не было скучно. Ага. Веселье. Понял. Да, тихо. О, вот сейчас буфнусь.
Так, стоп, а наверху? Подожди. Сокровище же, ну. Секунду. Не будет завтра вождения. Золотая тайронская подвеска. Ну что же, выглядит интересно. Так, а ты сможешь? Сможешь. Ну. Hey, watch yourself up there. It's a long way down. Не нужно рано вставать? Да мне и так-то не нужно было рано вставать, потому что в 12:30 должно было быть. О, сейчас нафижу. Нет, смотрите-ка. Да я уж вижу. Так, ну посмотрим, что тут древние инки настроили. Смешно, да. Смейтесь, а то забанят. Last of Us, конечно, проходил. Золотая с бирюзой серьга инков. Поняли, да? Вот так вот. Не смешно тебе? Ишь ты какой, а? Не смешно ему говорит. Okay, I'm in. What do you see? Something nasty happened to these guys. There's blood everywhere. And soup. What? Суп? Блин, я сейчас супчика бы поел. Блин, можно заказать Достоевском супчик? Что думаете, чуваки? У них сырный суп прям такой балдежный. Суп как на Ишимуре. Нет, такого супа нам не надо. Ah.
Типа он тебе мешал, что ли, или что? Рубль нашел, смотрите. Чирик. Now where'd you get this, my decomposing friend? Супы готовишь, всегда заказываешь? Ну, я очень редко для себя готовлю. Well, I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Only the coins are stamped with a mint mark I've never seen before. You're kidding me. Looks like our German friends had a little secret. Ну что, нырять, что ли, придется? Ну, слава богу. Cozy. Quarters. Get this, he's still here. What's that supposed to mean? Yeah, it looks like he was killed. Ripped to shreds, actually. Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Check his wallet. You're all heart, Sully. А живет, не живет, как думаете? Gotcha. Are you all right? Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. It looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's gonna lead us right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. We've gotta get something out of this trip or... Or what? Sully? You there? Работяги, видимо, пришли, да? Суп в консервах увидел. Hello. Здорово. Hey, hey. Friends of yours, Sully? I'm Gabriel Roman. Yeah, I know who you are, asshole. Manners, young man. This is just business. Get over there. Easy. Put your hands up. All right, they're up. See, your friend owes me money, Mr. Drake. A lot of money. So when he told me that you two were onto something big, the find of a lifetime, he said, well, I was intrigued. But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again. Another fool's errand. Jeez, does he always go on like this? Take it easy, Navarro. So, I'm afraid the time is up.
Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with you, Nate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. Сейчас должна торпеда взорваться, и мы убежим. What? You think this is a coincidence? The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. Ну давай, все им расскажи теперь, да? Square? For now. But just in case you need a reminder. Hey, come on, leave him out of it. Yeah, don't you guys usually just cut off a finger or something? That's far too vulgar. No, I think this will hurt him a bit more. Now, whoa, whoa, whoa. Come on, Roman. He's got nothing to do with that. Sully! Sully! You son of a bitch! Ну потрясающе, ну потрясающе. Чего? Квадрат, треугольник, квадрат, что, простите? Я не успел даже подсказку прочитать. Да хорош. Да какую... А, все, понял. Ну оружие-то где у него? Сокровище. Там сокровище было. Cowboy. That's for leaving me at the dock. What the hell are you doing here? Listen, I'm a good enough reporter to follow a couple of no-luck tomb robbers. Побила тёлка. It went this way. I raise your head. Well, you're down to one tomb robber now. Sully's dead. What? Yeah. And we're... Да нет, во второй части был. I'm sorry. Please tell me you have a gun. Of course. Oh, thanks. All right, come on. Сокровище, сокровище, сокровище. У-у-у-у. Так, тихо. Вот там оно было. Я видел. Да ну в смысле? Ну залезь туда. Дрейк, look out. В смысле? Чего? Да потом их убьем. Погоди, тут важнее дело. А, все, я понял. Да потом постреляемся с ним. Ну ладно, вот сейчас стрелять, стреляться. Серебряная черепаха, а? Чуть не упустили, посмотрите, какая красота. Вот так-то. Давай, высунь башку, давай. Да идите, господи, ну что вам надо? Зачем укрытие для пуси? Давай, вылезай. Ну! Они с пистолетами, что ли? Shot at. They're shooting at you too, you know. Пожарника, пожарника. О! Вот это по-нашему. I see them. Пожарника, пожарника, пожарника. Че вы на стрельбу тут ванили? Отличная стрельба. Пожарников, пожарников, пожарников прямо. Окей.
Так, а как-то приблизить можно? Или это максимум? Stay close. Ух ты, нифига, как попал. What the hell is this place anyway? Это храм. Long story. Tell you later. Пожарника. Ну в смысле? Блин, это не круто было. Елена, работай давай. Все? Да блин, умри уже. Да, мне стрельба очень нравится. Never a dull moment, huh? Just keep your head down. These guys aren't messing around. Давай, Лена, ну! Так, ладно, я понял. Свитчимся на пистолет обратно. Какой хедшот красивый залетел. Видели? Ничего себе! Там сокровище было все это время. Поняли, да? Спасибо, Гуз Геймер, за 16 лет. Да, блин, не мешайте мне охотиться за сокровищами. Прям так, понял? Украшено золотое кольцо. Во, нормально. Тау, спасибо за 45. Живут, да, как видишь, живут.
Stay with me. Ну, это вы здорово придумали. Здорово. Назад, 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 назад. Ты не в ту сторону воюешь. Понял. Нет, не понял. А, понял. Блин, чем обожаю такие игры, так это наблюдать за напарниками, как они себя ведут в таких ситуациях. А, так он сдох уже. Ой, какой хедшот хороший. Да откуда, блин? Да в смысле, откуда? Дескам мне покажите. Скумбеги. Крыса, блин, от третьего лица смотрел, он при фаре меня встретил. Я тоже так умею. Да ёпарса ты. Сзади! Твою мать, а. Я так и знал, так и знал. Думаешь? Ну пойдем. Вот это замаскировали, да? Как нашли-то вообще машину, непонятно. Такая-то маскировка. I think I know where the Spanish took El Dorado. El Dorado? The problem is, so that the bastards killed Sully. Damn it! If the Spanish found the treasure, they had to move it there, to that island. And Drake followed him. Well, what are we waiting for? I'll get the story, and you get whatever it is you're after. Come on! Hey, this isn't gonna be a vacation, you know. I can take care of myself. Ну, это да, я веду. Besides, you owe me one. I suppose I do. Порулить-то можно будет? Нет, нельзя. We're on the trail of the lost treasure of El Dorado, and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Let's get a closer look. I hope we're the first ones here. Will we discover the ruins of a forgotten colony and a fortune in Spanish gold? Or does the island have darker secrets in store for us? That should keep him from changing the channel. Чего? Anti-aircraft fire? This is so not cool. Ну так снижайся, снижайся! Ой, Васян, ой, Васян! Enough with the damn camera! We gotta bail out! Bail out? Does this thing even have parachutes? Now would be a good time to look. These things still work. We'll find out in a second. Have you ever done this before? Of course. You just jump, count to five, and pull the cord. Now go! Так и знал. Kind of busy right now. Get going. Yeah. Okay.
Ну, я бы до 5-то не стал бы считать. Да ладно, нормально, главное только на ветку не насесть. Ой. Ну, хорошо, хоть не... Ой, ё-моё. Щит. Придется искать теперь бабу. Или... Или нет. Strangers trying to kill me, leave my map on a burning plane. Plane is missing. Most likely dead. Блин, ну какой перевод неточный, а? Start, Елена пропала и, скорее всего, погибла. Про погибла там ничего, по-моему, не было. Ну или я прослушал. Ладно, давайте перерывчик запилим первый. На сегодня. Сейчас я Лара Крофт проходил, самый последний не проходил. Надо бы тоже пройти будет. Вот, давайте запилим первый перерыв на сегодня, а потом, естественно, будем продолжать искать сокровища.
Так, ну что? Пойдемте за женщиной сначала, наверное, да? Или в самолет сначала пойдем? Ладно, наверное, лучше самолет сначала, а то карта сгорит, да? Женщина-то за себя, говорит, умеет постоять. Текс. Смекалочка. Серебряный амулет в виде рыбы. Поняли, да? Брелок нашли. Можно бутер ключи повесить на него. Куда ж ты? А что, если бы она в автоматической ПВО стреляла, как в Сабнафтике, а? К такому вы не были, поди, готовы, да? К такому-то повороту. Амфириус, добро пожаловать, дружище, в мое варанье царство. Спасибо тебе огромное. Очень рад, конечно же. Супер каев. И мое уважение. Располагайся. Располагайся. Кайпер, спасибо за 20 месяцев уже целых, дружище. Here they come. Лихо. Вот так вот. Поняли, да? Чей-то рекорд побил. Графион анимация даже хорошо, так потому что это ремастерит. Вот так-то, стрелок-эксперт, поняли? Вот так-то. А вы говорите. 20 выстрелов в голову. О-о-о! Ну ладно, зато я стреляю хорошо. Ничего себе, вы прям разошлись. Навита, добро пожаловать, дружище. Естественно, ждал только тебя одного. Предыдущим, естественно, наврал. Потому что ждал, говорю, только тебя одного. Добро пожаловать в Варанье Царство. Мое уважение. Располагайся. Располагайся, приятель. Не знал, что был ремастер. Ну, только два парня в шапках ЖПГ тебе тогда. Что я могу сказать? Гранатки нашли? О-о-о-о!
Давай, залечивайся. Все, молодец. Ну, ладно, окей. Спасибо, мистер Дасти Ган, за девяточку уже целую. А, ты не в ту сторону воюешь. О, доктора Кло побил! Ха-ха! Давайте, всех сейчас победим. Алехандро Плейст, рад, что ты с нами. 30 лет, да. А все, да, будто вчера. Посмотрим, как далеко уйдет мой стрик. Красиво, красиво, да, ничего не скажешь. Ну, птички выдают меня. В смысле, как это я не попал? Я же прям в голову ему выстрелил, вы же видели. Как же я хорош, боже мой, как же я хорош. Ай, нет, промазал, не в голову дал. Пум-пум, 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 пум-пум. Лечись, лечись, лечись. Эх, слетел мой стрик. Черт побери. Они там сами себя, что ли, взрывают? Воу-воу-воу-воу. Все, понял, понял. Лечись, лечись, лечись. В смысле как? В смысле Сет Фрост? Прекрасно хватает. Так, надо, наверное, продвигаться, да. О, смотрите, что есть. Не-не-не, не убивай, не убивай, не убивай. Ах ты крыса! Ах ты крыса, запушил. Монитор. Жульничие какие, а? О, бой. Ой, бой! Е-бой! Да блин! Да в смысле? 30 выстрелов в голову! Да сколько их там?
Ясно, понятно, ладно. Ну, это тебе, Сет Фрост. А мне, например, в доту сложно играть, понимаешь? Ну, я же не удивляюсь, как в нее играют. Да, Лаита? Да, блин, жадная сволочь, а. Гранаты же есть, а меня не учили еще ими пользоваться. Игра еще считает, что я не готов. Да блин, в смысле? Весело тебе, да? Да сволочь! Да в смысле, что это такое? Стыд какой. Опять пушит. А тут же Кодзиму в игру вообще не завезли, да? Да умри ты, господи ж ты, боже мой. Хороший хэд залетел. Твою мать. Да умри ты, господи, ну... Наконец-то. Все? Нет, не все. Он все еще жив, что ли? Да ёб... Да сколько их там? Что там, бараки что ли у них стоят? Едрить!
Дрободаном. Не надо, пожалуйста, не убивай, не убивай. Так далеко зашел. Не надо, пожалуйста, не убивай, не убивай, пожалуйста. Блин, 4 патрона осталось, чуваки, что делать? Понял? Я жал комбу вашу, квадратик, треугольник, квадратик. Что происходит? Почему я здесь? Так, мне, по-моему, ГГ. Не, ну я серьезно жал эту комбу дурацкую. Чё она не сработала? Лечись, 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 лечись. Ладно, отступаем. Ой, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Вы не можете из пани выпадать. Едрить! Да отцепись ты от стены, господи! Да по бочке попади, боже мой! Только не граната, только не граната. Спасибо. Так, вроде не пукает. Там бочка! Все, я победил, да? Я победил уже. Мне очень весело. В смысле? Серьезно? То есть три оружия сразу ты не умеешь носить, да? Я понял тебя. Это тревога типа была или что? Нет, наверное, это просто эмбиент такой красивый. Русская озвучка, она полегче, ну да. Да блин! Слоны, похоже. А еще я слышу, там кто-то ходит. Мне же не мерещится. Может, Ленка? Нет? Лен, не ты там? За стену короля льва снимаю. Нет, в Короле Льве не было взрывов.
Куда лезть-то? Игра. На водочку. Ага, понял. Ну там шуршит кто-то. Да блин! Я ж говорю! Откуда хоть? Ну просто супер рядом кто-то ходит. Так, я тебя понял. А, стоп, стоп, стоп. А выше ты можешь? Нет. Ну давай, кто там стрелял? Покажись. Понял. Боюсь, боюсь, боюсь. Да не видно же ни хрена, вы чё? Только не пуш, только не пуш, только не пуш. Хедшот в колено поставил ему. Видели, да? Ой, как хорошо. Рандомный хедшот залетел. Я знаю, что ты там. В голову. Да господи! Да я не знаю, как грин юзать. Меня игра не научила. А если игра не научила, значит время еще не пришло. Зараза! Оба сразу попали. Отсюда! Вы чего? Серьезно? Зараза, да как они выживают-то? О, как хорошо попал. Понял, 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 все, не дурак.
Here we go. Окей. Окей. Живучий какой, а? Ой, с дрободаном опять парень. Еще и справа остался один. О, опять пушит. Так, я, пожалуй, свалю немножечко. Да в смысле? Блин, он вообще не умирает, этот проклятый негр, блин, вообще не умирает. Да это не хардкор, это максимальная сложность. Там еще какая-то была залочена. Здорово, игроки были. Только не пуш, только не пуш. Не пуш, сволочь! Полигонечку пройдем. Я никуда не спешу. Вот как не в голову-то? Вот как не в голову-то, твою мать? Блин, он с другой стороны высунулся! Ну давай, попробуй меня запушить, сволочь, давай.
Я уже готов. Следующий. Следующий. Вот это сальтуха была. Мне весело, конечно. Чуть по мне не видно, что ли? Еще разочек, давайте. Повторение, мать учения. Спасибо, Гарда Коп, за целый год. 22 годика тебе, ну с днем рождения. Поздравляем тебя, счастья, радости, конечно же, желаем. Хорошо, что тут гранаты потешные такие и не взрываются вообще. Не убивают тебя. Снова лутаем. Мысли! Все?
судя по музыке, все. Нет, дробовики мне не надо, спасибо. Фуф, ну вот видите, а вы переживали. Всего-то делов на полчаса. Узорное серебряное кольцо, отлично. Золотое есть, есть серебряное еще. Вот так-то. Так, по-моему, я куда-то не туда иду. А куда мне надо? Я понял. Шутка про графони. Ну, я, кстати говоря, не видел в чате. Наверное, были, но... Вроде все графонем довольны. Ну, конечно. Поддропывает? Ну, не без этого. Не без этого, да. 1%. 1% кадров улетает. Ну, я думаю, 1% не страшно, наверное, да. Я вообще тебе не туда говорил прыгать, что ты делаешь? Серьезно? Спасибо, игра. Да, я ведь не догадался еще. Хватит советовать. Наконец-то. Так, ну здесь, наверное, никого уже не должно быть, да? Раз здесь закрыто, значит, здесь врагов нету. Правильно? Как бы они иначе прошли? Они же так прыгать не умеют, как я. Лишь бы только не Грена. Лишь бы только не Грена. Да что ж такое-то, а? Дурацкая сложность. Да умри ты! О, ГГ! Не стреляй, только не стреляй! Сучка! Понял, понял. Он... Нет, шанс он мне дал, да, я не спорю. Я сам на Васяне. Да что же я так плохо стреляю-то? Да не дергайся! Ооо!
Не-не-не-не-не. Никаких дробовиков. Какие же божественные хедшоты залетают. Просто загляденье. Сильно дропает? Да, вижу. Ну, давайте еще раз сервер поменяю. Стоп-старт сейчас будет, чуваки, не пугайтесь.